Не, мне понравилось. Вот это самое. Очень горячий песок. Я сейчас погрею свои ножки. Смотрите здесь, как сделано. Вот кто-то здесь собрал камешки. Камни такие. Можно здесь сидеть, как будто за столиком сидишь. А там такой зуб торчит в море. Я потом покажу вам. Он внизу белый. Вон камень. Вот он. Внизу белый, а сверху черный, как зуб акулы или динозавра, я не знаю, как сказать, или чего. Смотрите, здесь как земля. И здесь оливка такая растет, как древняя Греция. Как была древняя Греция, так и осталась древняя Греция. Смотрели в кино. Я сейчас сфоткаюсь на фоне этого дела. Корни торчат. А песок какой горячущий, горячущий. Горячий-горячий песок, класс. Ну, только вот этот мешок здесь, конечно, ни к чему хорошему. Там на том камне, на черном, вот на том, кто-то сидит. С моря смотришь, когда вот сваиваешься в место, где Костас, там смотришь, камень такой здоровый, кажется. Отсюда смотрю, кажется, камень маленький. Ну-ка, давайте приблизим его. Вот такие вот дела. Ну, здесь нормально купаться. Ну, здесь глубоко. Кто любит, вот, кто умеет хорошо плавать, классно. Класс. Горячий песочек. Классно по нему ходить вообще. Вот. Очень горячо. Классненько. Эвкалипт огромнейший. Мои еще до сих пор купаются, не хотят вылазить. Классно. Честно вам говорю, классно. Туда бы я, конечно, в те камни я бы не полезла. Мы сегодня счастливые. Нет тут волн таких. Обычно здесь очень большие волны. Здесь запах совсем другой с моря. Запах, воздух совсем другой с моря здесь. Обалденный. А я ножки свои грею в песочке. Ну, конечно, мусор здесь никто не чистит. Вот там в Кукулейке Василий все чистит, а здесь нет, видите. Здесь никто. Хотя бы вот такой маленький пляж. Прошелся ты с граблями, почистил, чтобы тебе люди приезжали, чтобы тебе здесь купались. И к тебе будут люди ездить. Вот. Сюда можно приехать с машиной, расположить. Видите, машину спустила вниз вот этот товарищ, а мы нет. Мы его не спустили, потому что там машина, видели, стоит хозяйская. Он не стал, ну, как сказать, тревожить его. Вот за тем мысом мы были, помните, в деревне, как называется? Ваю и кипера пью хорьёй, не попигамы. Микро, да, микро. Там мы купались, параллея была. И здесь есть дорога туда. Если, конечно, через горы идет. Ну, в следующий раз когда-нибудь поедем. Вот. Ой, красиво, красиво. Дельфин плывет на этот самый корабль большой. Быстрый, быстроходный, на остров Скиафош. Вот сейчас покажу, если получится, он выйдет у меня. А остров вон там, вот за этим там, вот, видите, в дымке он.
И вот этот большой дельфин называется дельфиник. Здесь его называют. Ну, типа наши ракеты, метеора такого, то он больше намного идет на полных парах на остров. А здесь рыбацкая лодка. Вон, видите, в дымочке остров, вот этот вот на камере. Это остров Скиапус. И он, дельфин, идет на этот остров. Быстроходный корабль с Волоса. Ну все, смотрите, мы вышли из воды, переоделись, и уже волны вот такие начались. Я уже в таких волнах не люблю купаться. Все, мои мужики уже все собрали, все вещички, и пошли в машину. А я здесь снимаю вам. Мне надо отдать тапки и уходить. Вода, ой, песок теплущий, классненький. И все. И вот так море шумит, волны начались сильные. Притом не то, что сильные, вообще сильные. И ветер. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Вот такие вот дела. Тра-та-та.
садись, Костя. Смотрите, какой здесь гавкалка есть. Эладо? Эладо, сигнори, жуме. Ты мирижет, Костя, Костя понюхал. Эладо, на Шевгалю видео. Эладо, Эладо. Эладо, Мигали, Эладо. Ой, аж ты накацываешься до... Нагинеш Диасимус на сигнорижен, кисти Русия. Има Руси, да. Има Руси, да. У Андреса Неленышки, ёж можно... Мишош, мишош. Эладо, Эладо, Эладо на сигнорижен. Эладо, 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 дука. Дукас. Опа, 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 опа. Шоколада ты коста. Шоколада ты коста, Фелис, да? Эла, как ты кириваю? Ротел, кири, поинили спицы, и го и пакита дипласты кири Елене. Кири Елене, поинили агрофила. Не, не. Тори по 300 метров. Не, хипа. Не, синакра по там. И не багелица, пчапану. Δεν ξέρω με ποιους σμένει πάνω. Είναι δίπλα η μας σμένει την Κυριακέτη με το μάνα. Λίγο πιο κάτω είμαστε εμείς. Σε όμως δεν σκούσε τσέλε. Φέτα. Να πήρε μου ωραία. Φέτα. Φέτα. Τι θες κρασί, πήρε κάτι. Κρασί, δεν είναι κρασί. Θέλεις να βάλω αλάτι. Κρασάκι, κρασάκι. Δεν θέλω μπύρα, μπύρα βρωμάει. Ναι, ένα κρασάκι κάποιο. Μισό κιλό κρασάκι. Ναι, ή σόδα ή κόκο, ό,τι υπάρχει. Κοκακόλα. Ναι, κατά νερό μεγάλο. Διαφημίσεις να σας κάνω εγώ, να έρθουν εδώ όλοι. Ρώσοι, Ρώσοι εννοείται. Όλοι μην έρθουν. Αν δεν έχει... Όσοι έρθουν καλό είναι γι' αυτό. Όχι, υγεία. Γίτσες. Γίτσες, τι ποιος здесь этот самый. Με τον άλλον κάποιος θα πει. Excellent. Διαφήμιση για το στόμα. Δύο μαλαμαράκια, μία πατάτα, σαλατούλα, κρασάκι. Нам принесли холодной водички. Прям в самый раз холодная вода. Чин-чин, девочки. Кало в тенопору. Кало в тенопору, да не? Хорошая осень. У нас еще лето. По вашим меркам у нас лето. Этот большой пес попрошайничает. Дайте что-нибудь со стола, чего-нибудь вкусное. Такой пес обалденный. Большой, прям как хозяин. Хозяин тоже такой высокий, большой, родный мужик. Док какой? Док? Δεν ξέρω πώς λέγεται, ντοκ, τη μάρκα. Έχει χτυπήσει πόδι και κουτσένει λιγάκι. Ναι, ναι, γον, βλέπετε, βουσάχ, χαζάιν, ουσάς, τι τακόι μουζτσίνα. Εμένα μου, και χίλια μου είναι με το αλάτι. Εγώ έπαιρνα τα χέρια λίγο. Μου είναι даже губы σαλόνι. Είπα, σε θέλω να πεις. Да, хрязды. Здесь у Костаса салат, который мы сделали, тонус салата. Я буду кушать. Ты будешь кушать. На, кушай, кушай, кушай. Он очень полюбил этот салат, девочки, мальчик, кто не видел. Салат из ресторана называется. Посмотрите, как его делать, делайте. Ваши дети тоже полюбят. У нас сейчас нам приготовят кушать, мы будем кушать. А пока посидим, попьем. Попьем этот самый... Водичку, потом нам принесут вино. Вот эти штуки, какие-то вот это иду. Уре, люди, санны, кани пису лигу ваему, какие-то в тото, где драки. В тото. Уре, в денине, санны, люди. Мне девочки писали, как это называется. Очень классный. Και έχει γίνει δέντρο και έκανε όποιος στην ουρά προς το φορτηγάκι και του ξερίζωσε. Τον οδηγό δούλευε. Πάνω στο πεζοδρόμιο πώς ανέβηκε και του ξερίζωσε. Και μετά δεν βάλαμε άλλο. Очень классно. Смотрите, какие-то ксилаки валенные, ωραίο, εκεί ξύλο, από τη θάλασσα. Ναι, να το κρατάει, να μην... Κοίτα μου μα κοχύλι εκεί. Πού? Εκεί. Ну, иди, вы сними на видео, иди. Ну, смотри, там какие, говорит, кухили. Кухили это ракушки. Я говорю, иди с ними на видео. На, видео работает. Держи хорошо. А? Куваліся, да не полтора километра, я думаю. Я хорошо не дромуш.
Εντάξει, τα μεγάλα φορτηγά μπορεί να θέλει πιο σιγά. Αυτό έχει φορτηγάκι, μια χαρά είναι φορτηγάκι περνάει. Αυτό είναι πιο ψηλά. Ναι, видите, здесь вот этот Toyota, видите, прошла, это 4x4. 4x4 это, как сказать по-русски-то, господи, переключается на... Супер-дупер-амакси. Супер-дупер-амакси. Ой. Ну ты что, ну попрошайка, ну попрошайка. Ну-ка дайте понюхаем. Винцо пахнет прям виноградом. Виноградное вино. Вам принесли. Ну, конечно, я столько не выпиваю. На. Εσύ. Μα πες μου τις διαδικασίες από τη γεύση κρασιού. Μου κατεβάτε για παπρόβου επίσης βαδίσκη για μας. Δοκιμάς, για παπρόβου σας скажу вам как вино. Ну-ка. Είναι σπιτικό μήπως. Домашнее вино, девочки, мальчики. Ой, прямо аж это... Ох, Вайус. Браво! Ой, домашнее вино не... Нет, аж это самое... Во рту чуть-чуть такой связывает. Во рту связывает чуть-чуть, аж прям так вот вязкое такое, прям, как говорят в Бахире, что... Не знаю, как перевести правильно по-русски. Бахири, что это такое толстое, хорошее такое. Вон, вы видите, меня передразнивает. А этот сидит, перед... просит еще что-то дать ему. Давай раздай нам вилочки всем. Нам принесли к вину домашнее, она сама делает, хозяйка, вот эту закуску к вину. Здесь томат, перец, сыр. Давай. Дефель куля пьетаги. Таня, Таня. Вот. Это шумаки на валю, а пану на дуким. Вали, си, фай. И си, сесте. Хлеб. Опа, еще приехали. А, Гириза, напишу. Ну, Гириза, напишу. Кита пьешь сыр ты. Κάτι ξεχάσανε, κάτι ξεχάσανε. Το χτυπουδάκι. Δεν μου λες, εδώ απλό διαφορικό ή διπλό βγαίνει. Γιατί λέω για καλό ή για κακό. Για παπρούμπωσες. Α, όχι, βγαίνει, εντάξει. Και όπου θα ακούς και σύρα μου. Ναι, δεν πατινάρει. Πέριτς, δαμάτ. Перец черный посыпан и сыр. Каном и ставро, крестимся. Алим Олекса. Хтапудаки, в Лепешке всех жалей хтапудаки. Вернулись это самое, здесь кто сидел. Может быть, этого самого. Мы по шехе хтапуди. Ковтыручек уваю, авто иду. Ковтыро. Ковтыро. Ковтыро это острое. Авто ты не, да? Авто и не. Девочки, мальчики, я выяснила, что вино это их вино. Это и их вино. Она сама делает, хозяйка. Обалденно, это сразу видно, что вкусное. Вот эту закуску она тоже сама делает. Такой, знаете, как раз он принес, сказал, это к вину, говорит. Очень вкусное. Коста, давай кушай свой салат. И кушай вот этот салат. Нам принесли много. Вот этот салат я вам... Не знаю, как она делала, но очень вкусно. Приедете сюда, попробуйте. Не буду говорить, как. И домашний салат. Все у нее домашнее. Оливки, помидоры, огурцы, перец. Все-все-все домашнее. Коста над тарелочкой. Вкусно? Острое? В той, ну, ковтырок клеваю. Теплое еще. Теплое еще. Вот такие вот дела. Попробуем оливки. Аксизи на архивомасте, да, баба? Он говорит, стоит, говорит, сюда приезжать. Кошус. Мы добавим, а то кроме тупораки. Такой ветер с морем. Обалденный. Оливка такая. Восхищаюсь, сижу, восхищаюсь. Глаз радуется ветру, морю, оливкам и вот этому виду.
и домашней едой. Домашнее все, все мое, говорит. Я сама все выращиваю. Картошка тоже чищенная, почищенная. Очень вкусно, девочка мальчика. Картошка как пожаренная домашняя. Некоторые таверны уже готовые жарят. А это сама почистила, сама пожарила. Обалденно. Так, смотрите, кулакифия. Эти такие, эти самые. Кулакифия, как они? Кабачки такие. Пожаренные. А? Эгео, эгео, таверна. Эгео, эгео. Да. Вот. Эгео Пелагус. Эгео Пелагус. Море называется здесь. Эгео Пелагус. Как море называется, так и таверна называется. Все девочки сюда, мальчики. И мальчики тоже, кто любит особенно море, кто любит поплавать, одевайте костюмчики, одевайте ласты и вперед. Здесь очень интересно посмотреть, что здесь делается на дне морском. Обалденный ветер такой, балдею. Вот честно вам говорю. Урэл, фисайд, фисайд, не за что фисайд, не наваю. И на пара полю урэл. Да, ветер говорит этот, айраки, ветер из, с моря, от волн. Как раз классно. Кальмары нам принесли. Ох, вали лимоны. Βάλει λεμόνι για να μαθαίνεις. Μισό λεπτό, θα δοκιμάσω χωρίς λεμόνι πρώτα λίγο. Όπως σου δουλεύει σένα, δεν με πειράζει. Έχεις δώσει ο χλίπ, πας τα μάσλα. Λεμόνι θες χωρίς λεμόνι, μέχρι το ίδιο με κάνεις. Βάλει εδώ να πάρει και λάδι από τη σαλάτα, να γίνει να κρυώσει λίγο. Κούσε, κούσε, τρώμε, τρώμε, λέω. Δεν χορταίνομαι. Смотрите, как сделали оливку в доме. Какие красивые эти самые у хозяюшки цветочки. Какие красивые цветочки у хозяюшки. Вот так вот. Мне понравились вот эти вот эти самые кабачки. Смотрите, как красиво два висят. Я сфотографировала их. Выложу в Инстаграм. Такие вот два красивых. Это живые. А вот это вот покрашенные уже сухие. А вот это живые. Ой, ты что ты жрешь мне кабачок? Не надо жрать мне кабачок. Смотрите, какой красивый. Обалденные. Стол из такой плиты. Каменная плита такая. Вон. Василикос. Ой, как он пахнет. Его ветром качает, и он очень сильно пахнет. Василикос. Ой, обалденно. Нет, это вообще не... Здесь глаз не оторвать, девочки, мальчики. Сидишь в этой таверне за столом, глазов не оторвать, глазки. Смотрю, да, смотрю. Картинки, их уроклеры суровики. Вон, ну ты натуканешь, пускай здесь остаются. Ладно. Ну, Коста, некрасиво кривляться. Ну, смотри, какие здесь это самое. Кост, не надо так, смотри. Смотри, какой здесь овраг. С оливками. Инжир. Он некоторые подсыхает, уже высох. А некоторые только еще делается. Вы видите, высох. Там сухое много его. Что ты, Коста, там смотришь? Там красиво, да? Ну-ка, пойдем посмотрим. Бай, омурфо иду. Ты идешь ты куда? Смотрите. Коста идет. Зидой. Вайс хочет развернуться. А здесь постригли деревья. Иди сюда. Здесь постригли, не собрали ветки. Ну-ка, давай. Поехали, поехали. Мама, мама, я ты папушерки. Ох, 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 Вась, оп, 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 на клишу иду. Киреваю, сига, сига. Вот это да, он вылетел на какой скорости, на первой? Шипроте тесты, протеины, детью. Тахите, тавгикис.
эту пруд на первой скорости вылетел. Ух, там такая горка была. Сейчас еще кидо, я их якому в унылаке. Это на весьме броды. Наме броды. Первую скорость. Опа. Это куда? Не, теперь куда? Попозже. А сегодня это самое, сейчас хозяева таверны едут. Едут в этот самый. Крататумы. Опа, струфидо. И здесь так поднимаешься. Этот. Мы поедем, я вас повезу, она говорит, очень красиво. Съездите, может быть, завтра с утра встанем и поедем. Праздник, здесь есть монастырь. Агио таксиархон, да не-не, пошли где-то. Это тоже на Эгейском море. Очень, говорит, там красиво, говорит, вы съездите, говорит, и видео делать будет там тоже красиво. Завтра будет праздник, сегодня будет это самого Парамуни. Перед праздником и там тоже будет. Вот другие, они сейчас собрались, тоже еще сейчас возьмут внука и тоже поедут. Вот, хозяева таверны. Женщине 55, а ему не знаю сколько.